for just reuniting people for 2 minutes to go to Hajj. Okay. Guru Maharaj, will you start, please? Okay, ready? Okay, so we're reading from the Nectar of Devotion. This is Srila Prabhupada's commentary on Srila Rupa Goswami's Bhaktirasamrita Sindhu. We're on chapter 3, Eligibility of the Candidate for Accepting Devotional Service. Читаем Нектар преданности, комментарий
Прабхупаде на произведение Шрилы Рупы Госвами, мы читаем третью главу, которая называется «Кто может заниматься преданным служением?» Ома гьяна тамарандасья гьянанджана шалакая чаксур милитаньена тасмай шри гурве намаха. Намао Вишну Падая, Кришна Пристая Бутале, Шримати Бхакти Веданта Свами Нити Намане, Намасте Сарасати Деви, Горавани Причарине, Нирвишеша Шуньявади Пасчача Дезатарине, Ванча Каупата Рубьюсча, Крипа Синду Баевача, Патита Нам Павани Бьо, Вайшнави Бьо, Намо Намаха, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading from the third chapter. We were hearing how people in the bodily concept of life are not actually able to perform devotional service. One has to get out of that. Итак, мы из третьей главы прочитали, что люди, которые находятся на телесной платформе своего сознания, не могут заниматься чистым преданным служением. Go ahead. Как говорилось выше, счастье бывает трех видов. Материальное, духовное и счастье преданного служения. Преданное служение и счастье, которое оно приносит, недостижимы для человека, находящегося под влиянием материи. Желание материального наслаждения, так же как и желание слияния со Всевышним, продиктовано материальными представлениями о жизни. Имперсоналисты ставят своей конечной целью слияние с Господом, поскольку не способны оценить духовное счастье общения с Верховной Личностью Бога и любовных взаимоотношений с Ним. Их концепция является всего лишь логическим продолжением материальных представлений. В материальном мире каждый пытается возвыситься над своим окружением, друзьями или соседями. Человек с материальными представлениями о жизни всегда стремится занять главенствующее положение в своей общине, сословии или стране. Это стремление к возвышению возрастает до бесконечности, превращается в желание стать единым с величайшим из всех, Верховным Господом. В сущности, это тоже материальная идея, хотя, возможно, и несколько более возвышенная. So, we're hearing how there are different levels of happiness, as described here, material, spiritual, and devotional service. Итак, мы прочитали о том, что существует три вида счастья: материальное, духовное и счастье преданного служения. So material happiness means you're in the bodily concept of life, and we want to enjoy the senses. И материальное счастье обозначает, что мы имеем телесные представления о жизни и наслаждаемся чувствами. And then happiness is centered around eating, sleeping, mating, and defending. И это счастье заключается в еде, сне, совокуплении, обороне. Animal life. Practically, happiness in the material world is just not much different from the happiness of the animals. И на самом деле, в действительности, счастье в материальном мире ничем не отличается от счастья животных. And people are in the bodily concept of life very attached to that kind of happiness. И люди, имеющие телесные представления о жизни, очень привязаны к такого рода счастью. They work hard all day, going to the factory or sitting in an office all day just to get some, because at night they'll go home and they'll have some sense gratification. Они весь день сидят за рулем или весь день сидят в офисе лишь для того, чтобы поздно вечером вернуться домой и как-то немножко доставить удовольствие своим чувствам. If they didn't have sense gratification at night, then there's nothing to live for. Если они ночью не имеют каких-то чувственных удовольствий, тогда им незачем жить. Because most people are not educated in spiritual knowledge. They have no understanding how there's a higher happiness. Поскольку многие люди не имеют образования, не имеют духовного знания, они не знают, что такое высшее духовное счастье. And they think happiness is just satisfy the senses.
Они думают, что счастье – это всего лишь наслаждение чувств. Srila Prabhupada gave the example about Charvaka Muni, the atheist, and his philosophy was beg, borrow, or steal, but eat ghee. You said Srila Rupa is funny? No. Charvaka Muni. And who gives this example? Prabhupada gives the example. Шрила Прабхупада приводил пример Чарвака Муни, философия которого была beg, borrow, and... Or steal. Or steal. Or steal. Oh, yes. Yeah. Uh-huh. И философия которого была попрошайничай, проси подаяние, либо кради. So this is how materialistic people think, that life is meant just to eat something, put some good taste in the mouth and enjoy the sense, enjoy the belly, fill the belly. What's going on there? Преданные, выключите, пожалуйста, микрофоны, те, кто присоединяется, пожалуйста. Какие вайшнавы, выключите, пожалуйста, микрофоны, спасибо. И такова... На самом деле, жизнь материалиста, они стремятся наполнить только свои желудки. So that's material happiness. Above material happiness, a little above material happiness, not much, is the idea of becoming one with the Lord and getting some happiness there. И на самом деле, в материальном счастье, счастье всего лишь маленькая толика, и там существует идея стать единым с Верховным Господом. So the impersonalists or the gyanis, those who cultivate impersonal knowledge of the impersonal, they have that desire to become one with the supreme. И имперсоналисты либо гьяни, которые культивируют в себе это имперсональное знание, их идея состоит в том, чтобы стать единым с Верховным Господом. Sometimes they're called Vedantists. And generally they follow Shankaracharya. Обычно их называют ведантистами, и в целом они следуют за Шанкарачарьей. So their idea is to become one, that they feel some pleasure there in becoming one with the Supreme. И они ищут этого удовольствия в том, чтобы стать единым с Верховным Господом. So their goal is actually to enter the abode of liberation. И их цель в том, чтобы прийти к освобождению. And the particular kind of liberation which they're trying to achieve is called Sayujya Mukti, or merging, or becoming one with the Supreme. И особый вид освобождения называется Sayujya Mukti, который означает стать единым с Верховным Господом. So Srila Prabhupada explains nicely here how in material life generally we want to become important, we want to become better than others. И здесь Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет, что в материальной жизни мы хотим стать очень важными, стать лучше, чем другие. We know in the material world there's always a lot of competition. We say struggle for existence and the survival of the fittest. И мы знаем, что здесь в материальном мире очень много конкуренции, очень много соревновательности и сражения за выживание. We're all struggling to exist, and the people who are the fittest, they will survive. И все мы боремся здесь за существование, и те, кто здесь более слабые, они просто выживают. And we think we're better than others, or greater than others. Мы думаем, что мы лучше, чем другие, мы думаем, что мы более велики. And this goes on up to the level of becoming one with God. И все это продолжается до того уровня, когда до уровня объединения, слияния с Верховным Господом. That we may become frustrated in trying to enjoy the material world. Мы можем быть разочарованы в попытках наслаждаться материальным миром. And then we look towards the Supreme and we think, I'll go there, I'll become one with God.
И тогда мы обращаем свой лик Господу, и мы думаем, тогда я пойду в ту сторону, и я садюсь с Верховным Господом, и я стану единым с Ним. So it's just simply another extension of the material concept of life. Это просто другая сторона материальной концепции жизни. Is there any, actually there's no real happiness there in becoming one with the Supreme, but there's no suffering. И на самом деле в слиянии с Господом нет никакого счастья, но там нет страданий. In material life there's always some suffering, but with becoming one with the Supreme there's no suffering. В материальной жизни всегда существуют какие-то страдания, но в том, чтобы стать единым с Господом, страданий нет. And because there's no suffering, we actually think I'm enjoying. И так как нет страданий, мы думаем, ну, я наслаждаюсь. We're thinking, because there's no suffering, this is real pleasure, this is real happiness. И мы думаем, там, где нет страданий, ну, вот это вот истинное счастье, это истинное удовольствие. But it's not real happiness. There is happiness. You have to go beyond that. You have to come to the level of devotion. Но это не есть настоящее счастье. Счастье, настоящее счастье в том, чтобы подняться над этим, встать на уровень преданного служения. Above the abode of liberation is the abode of pure devotional service. И выше уровня освобождения стоит уровень чистого преданного служения. Those of you who have read the Krishna book may know the story about how one Brahmana in Dwarka was went to the king to complain. И те, кто из вас читал книгу Кришна, наверняка читали историю об одном Брамане в Двараке, который пришел пожаловаться к царю. His wife was having miscarriages. She was unable to deliver a child properly. Every time she would try to deliver a child, there would be a miscarriage. И у его жены была проблема в том, что она не могла выносить ребенка, и каждый раз, когда она пыталась это делать, она его теряла. So the Brahmana came to the king of Dwarka and complained that you're not protecting my children. И Браман пришел к царю Двараки и сказал, и стал жаловаться, ты не защищаешь моих детей. It's the duty of the Kshatriya kings to be able to give protection to the citizens. И долг царя Кшатрия давать свою защиту гражданам. So at that time Arjuna happened to be there in Dwarka, and he heard the Brahmana complain. И в это время как раз в Двараке был Арджуна, и он услышал жалобу Брамана. So Arjuna vowed that I will protect your wife. Next time she delivers a child, I will be there, I will protect her. И Арджуна поклялся, что я защищу, что он защитит его жену. И в следующий раз, когда она будет рожать ребенка, я буду рядом и буду защищать ее. And Arjuna even vowed that if I cannot protect your next child, then I will give up my life. И Арджуна также дал обет, что если я не смогу защитить твоего следующего ребенка, я расстанусь с жизнью. Arjuna considered it so important to keep the principle of a kshatriya and to give protection to others. И Арджуна считал очень важным следовать принципам кшатрия и давать защиту другим людям. So Arjuna, when the Brahmana's wife was ready to deliver a child again, Arjuna was waiting, and he was watching that no danger should come. И когда в следующий раз жена Брамана уже была готова родить ребенка, Арджуна стоял и наблюдал, нет ли поблизости какой опасности. Микрофоны, дорогие преданные, выключите, пожалуйста. Спасибо. Матаджи. Дорогие матаджи, выключите, пожалуйста, микрофоны. Спасибо. Да. Yes. But still, the Brahman's wife she miscarried, and Arjuna was unable to protect her, and he didn't know what happened to her child.
Но жена Брахмана снова потеряла своего ребенка, и Арджуна не смог защитить его, и он не понимал, что же произошло. So the Brahmana was very angry with Arjuna. И Брахман очень рассердился на Арджуну. And Arjuna was supposed to give up his life. И Арджуна уже собрался прощаться со своей жизнью. But Lord Krishna came, and Lord Krishna said, "Let's go and try to find the Brahmana's children." И но тут появился Господь Кришна, и он сказал: "Давай попытаемся найти детей Брахмана." And so they went to the abode of liberation, where Mahavishnu resides. И так они отправились на границу освобождения, где находился Господь Вишну. And Mahavishnu explained that he had taken away the children at the time of their birth because he wanted Lord Krishna and Arjuna to come there. He wanted to see them. So he'd arranged to take away the Brahmana's children. Махавишну объяснил, что все это устроил именно он ради того, чтобы увидеть Кришну и Арджуну, ради того, чтобы они пришли к нему в поисках детей Брахмана. So Krishna and Arjuna went there, and they saw, they met the Brahmana, they took away, they got the Brahmana's children, and they brought them back to Dwarka. И таким образом Арджуна с Кришной забрали оттуда детей Брахманов и вернули их обратно. Брахмана и вернули их обратно в Двараку. So this pastime shows us, first of all, that Mahavishnu is attracted to see Lord Krishna. И что, о чем нам говорит эта лила? Прежде всего о том, что Махавишну очень жаждет увидеть Господа Кришну. And it also shows us that the abode of devotional service, Dwarka, is above the abode of liberation. И также эта лила показывает, что уровень Двараки гораздо выше уровня освобождения. So the happiness of devotional service is far, far greater than any so-called feeling of happiness from becoming one with the Supreme. И счастье преданного служения намного больше, чем так называемое счастье от слияния с Верховным Господом. And the happiness of becoming one with the Supreme is greater than material happiness. А счастье слияния с Верховным Господом гораздо больше, чем материальное счастье. But still it's material. It's not really spiritual. Но оно все-таки остается материальным счастьем, оно не духовное. Because one who goes to the abode of liberation won't remain there forever, that he'll become restless and come back to the material world. И поскольку на самом деле тот, кто достигает границы освобождения, навсегда там остается, и таким образом он не может вернуться. He cannot come back to material world. He will. He will come. He will. Mm-hmm. И таким образом он возвращается в материальный мир. In the abode of liberation, there is no activity. На уровне освобождения нет никакой деятельности. It is simply the feeling of oneness. Там просто есть чувство, что чувство единения с Богом. So it's a place of negation. Stop all activity, stop all thought. Yes? Everything stops, everything ceases. И таким образом это место, когда останавливаются все чувства, вся деятельность останавливается, абсолютно все. Go ahead. Совершенная духовная концепция жизни подразумевает полное знание о своем изначальном положении, необходимое для того, чтобы принять трансцендентное любовное служение Господу. Человек должен понять, что он конечен, а Господь бесконечен. Поэтому на самом деле стать единым с Господом невозможно, как бы мы того ни желали. Это просто невозможно.
И потому любой, у кого сохранилось хоть малейшее желание или склонность удовлетворять свои чувства, занимая все более и более высокое положение в материальном или духовном смысле, по сути дела лишен возможности изведать истинную сладость преданного служения. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что желать букти, материальных наслаждений, или мукти, освобождения, все равно, что находиться под властью чар ведьмы. И в том и в другом случае положение человека незавидно. Букти означает материальное наслаждение, а мукти – освобождение от материальных тревог и слияние с Господом. Иметь эти желания все равно, что быть одержимым духами или ведьмами, потому что до тех пор, пока у человека остается желание материального наслаждения или духовного единения со Всевышним, он не в состоянии ощутить подлинный трансцендентный вкус преданного служения. So these two material desires are condemned for anybody who is trying to practice devotional service. И эти два желания, они разрушают тех, кто практикует преданное служение. First of all, the desire for material enjoyment. If we have very strong desire for material enjoyment, we will not be able to relish the taste of devotional service. И прежде всего это желание материальных наслаждений. Если мы их жаждем, то мы никогда не ощутим вкус преданного служения. And then if we have a very strong desire, if we are very attached to the idea of becoming one or merging with the Supreme Lord, then this will also not allow us to take up devotional service. И если у нас есть очень сильное желание единения, слияния с Господом, то это также не даст нам заниматься преданным служением. In the Chaitanya Charitamrita it is described Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta Krishna Bhakti Niskam Saisha Shanta. The meaning is, if one has all material desires, bhukti, or one desires liberation, mukti, or one wants siddhi, yoga perfection, then he will never be peaceful because he has these desires. He cannot be peaceful. И в читании Чайтамрити говорится, если у человека есть желание букти или мукти, а также сиддхи, совершенств, то он никогда не будет умиротворен. But if we do devotional service for Krishna, then we can actually be peaceful. Но если мы занимаемся преданным служением для Кришны, то тогда мы можем действительно быть умиротворенными. Without peace, there's no possibility of happiness. Без умиротворения невозможно счастье. So material desires, this bhukti, this desire for material enjoyment, it never ends. We never have enough. We always want more. И желание материальных наслаждений, бхукти, они, это желание никогда не заканчивается. Мы всегда хотим больше и больше. So in Bhagavad-gita, this is explained to be just simply due to lust. Lust is a desire to enjoy the material world. И в Бхагавад-гите это просто описывается как вожделение, просто желание наслаждаться материальным миром. And that lust burns like fire, never satisfied. И вожделение, оно разгорается как огонь, оно никогда не удовлетворено. The material enjoyment is like that. It is very limited and temporary. И материальное счастье, оно именно такое. Оно всегда ограничено и временно. And liberation, the desire for liberation, is also not the answer. И желание освобождения также не является ответом на это. Because this desire to become one with the Lord is not really possible. И желание стать единым с Господом на самом деле неосуществимо. We are very small and the Lord is very great.
Мы очень малы, а Господь очень велик. We have no proper ability to become the Supreme Lord. У нас нет должной способности, чтобы стать единым с Верховным Господом. But we do have a relationship with the Lord. Но у нас есть отношения с Богом. And He is the Master, and we are His servant. И Он Господин, а мы Его слуги. And when we work in that way, then we will be satisfied. И когда мы действуем именно в этом ключе, то тогда мы будем удовлетворены. But if we have these desires for material enjoyment or for liberation, this is compared to ghosts and witches. Но когда у нас есть желание материальных наслаждений или желание освобождения, то все это сравнивается ghosts, с духами или ведьмами. Where there are ghosts and witches, there's simply anxiety, and they simply give us so much trouble and disturb our mind. Там, где есть духи и ведьмы, это всегда приносит беспокойство нашему уму. Ghosts always disturbing and frightening people, making them afraid. И привидения, духи, они всегда беспокоят людей, заставляют их бояться, and испытывать страх. Witches like Putana. Putana was like a witch. We know about Putana, how she was killing small children. И ведьмы, например, такие как Путана, они, например, они убивают маленьких детей. Она убивала маленьких детей, Путана. Prabhupada explains how Putana, or people like Putana, they can fly. They know the art of flying on the. They take some trunk of a tree, and they can sit on it, and they can fly through space. И Шрила Прабхупада рассказывала, что люди, такие как подобные Путаны, они могут перемещаться по воздуху на каких-то ветках деревьях на большие расстояния. So Putana used her art as a witch to enter into Gokul, where Lord Krishna was residing in the home of Nanda Maharaj. И Путана была ведьмой, которая явилась в Вриндаван и проникла в дом в Гокулу и проникла в дом Нанды Махараджи, где явился Господь Кришна. And she's coming, and her intention is to try to kill Lord Krishna. Она пришла, и ее мотивом было попытаться убить Господа Кришну. But she was killed by Krishna. Но она сама была убита Кришной. And she was so cunning and so expert. Witches are like that, very cunning, very expert. She disguised herself. Disguised. She. Nobody knew she was a witch. She made herself look very beautiful. И она была настолько квалифицирована во всем этом, что она преобразилась таким образом, что никто не понял, что она является ведьмой. She looked just like a gopi, and she looked like a very beautiful gopi. И она выглядела как гопи, как очень красивая гопи. She had a thin waist and big breasts, and she looked very attractive. Тонкая талия, большая грудь, она выглядела очень привлекательно. But she's coming to try to kill Krishna. Но она пришла, чтобы убить Кришну. So when Krishna bit her breast and took out her life air, then she screamed, and she revealed her real form as a witch. И когда Кришна взял ее грудь и выпил, высосал всю ее жизненную силу, то она закричала и приняла свой истинный облик ведьмы. And she was 12 miles long. И она была в длину 12 миль. Horrible looking creature, terrible form. Ужасная форма, ужасное живое существо. So when the people of Vrindavan saw this, then they
oh, they saw this horrible form, that then they cut her into pieces and they burned everything. И когда жители Вриндавана увидели, увидели это ужасное творение, они разрубили тело ведьмы на куски и сожгли все. Now, usually when you burn flesh, it's not a nice smell. И обычно, когда сжигается плоть, то запах идет не очень приятный. But because Putana had been killed by Krishna, when they burned her body, gave a beautiful smell. Но поскольку Путану убил Кришна, то когда ее тело сжигали, от него шел очень приятный запах. So Prabhupada explains, when you kill a snake, you have to burn it. You can't just simply kill it. И Шрила Прабхупада объяснял, что когда вы убиваете змею, вы должны сжечь ее, вы не можете ее просто убить. Even though you may cut it, it may come back to life. So when you kill a snake, you have to burn them. И даже если вы разрежете ее на куски, она сможет ожить, поэтому вы должны сжечь ее. Of course, ghosts and witches, they cannot trouble devotees. Конечно, духи и ведьмы, они не могут причинить беспокойство преданным. Ghosts and witches don't like to be where there is a chanting of the holy name. Они не любят находиться в местах, где воспеваются святые имена. So if we want to keep the ghosts and witches away, we have to become more absorbed in the chanting of the holy name. И если мы хотим, чтобы духи и ведьмы держались подальше от нас, то мы должны быть погружены в воспевание святых имен. We want to protect ourselves from these material desires and bhukti and mukti. The way to do it is by being fully engaged in Krishna consciousness. И если мы хотим защитить себя от этих материальных желаний, и желание освобождения от бхукти и мукти, тогда мы должны полностью вовлекать себя в сознание Кришны. One who is Krishna conscious doesn't have to worry about these ghosts and witches. И тот, кто находится в сознании Кришны, может не беспокоиться о всех этих духах и ведьмах. Go ahead. Чистый преданный никогда не думает об освобождении. Господь Чайтанья Махапрабху обращался к Кришне с такой молитвой: «О сын Нанды, мне не нужно материального счастья ни в каком виде. Я не хочу ни многочисленных последователей, ни несметных богатств, ни прекрасной жены. Мне не нужно даже освобождения от материального существования. Я согласен рождаться вновь и вновь. Единственное, о чем я прошу тебя, чтобы моя преданность тебе всегда оставалась непоколебимой». So Prabhupada is quoting this verse from Lord Chaitanya's Shikshastikam prayers. И здесь Шрила Прабхупада приводит цитату из молитв Господа Чайтаньи из Шикшаштики. And in this prayer, Lord Chaitanya shows that he doesn't want liberation. И здесь, в этой молитве, Господь Чайтанья говорит, что он не хочет освобождения. He said, I only want your devotional service, birth after birth. Он говорит, я хочу лишь преданного служения, рождение за рождением. I may take birth many times, not a problem, so long as I have devotional service. Я могу рождаться много раз, в этом нет никакой проблемы, если я буду заниматься преданным служением. And so the pure devotees, they will pray to Lord Krishna in this way, that I simply want devotional service, birth after birth. И чистые и преданные молят Господа именно об этом. Я хочу заниматься преданным служением, рождение за рождением. Lord Chaitanya, I don't want followers. What's the good of having a lot of followers? That doesn't give us material happiness. It just simply brings trouble. И Господь Чайтанья говорит, я не хочу иметь последователей. Эти последователи, они не приносят какого-то счастья, они лишь приносят какие-то беспокойства. Prabhupada accepted so many followers, but Prabhupada knew they were going to just simply give him headaches. И Шрила Прабхупада принял так много последователей, но он знал, что они принесут ему лишь головную боль. There's no happiness in having a lot of followers.
том, чтобы иметь многочисленных последователей, нет счастья. But it's a duty. It's out of a sense of duty that one has to do it, a service to Krishna. Но человек должен это делать как служение Кришне. Это его обязанность. Just like in the material world, having children doesn't really give a lot of happiness. It's a lot of trouble to bring up children. Так же, как и в материальном жизни, в материальном мире, иметь детей не приносит очень много счастья, это приносит очень много проблем. Therefore, we see a lot of materialistic people, they want to have sex, but they don't want children. И поэтому мы видим много материалистичных людей, которые хотят заниматься сексом, но при этом они не хотят иметь детей. So this is, of course, very sinful. Конечно, это является очень греховным. It keeps you in the material world. Это держит нас в материальном мире. But one will have children out of a sense of duty. That the husband and wife, they're married, they have a family, it's their duty to have children. Но мужчина и женщина, они заводят детей из чувства долга. Married life is meant for having a child. И супружеская жизнь предназначена для того, чтобы рождались дети. Then we talk, Lord Chaitanya said, I don't want wealth. That when you have money, then it attracts a lot of materialistic people. И дальше Господь Чайтанья говорит, я не хочу богатств, поскольку наличие денег привлекает очень много материалистичных людей. You always have to think who's trying to steal my money. И вы всегда должны думать, кто пытается украсть ваши деньги. And you may have a beautiful wife. Beautiful wife also is a big problem. И также прекрасная жена может быть большой проблемой. I know one man has a very beautiful wife. He hates to go out with her because wherever he goes, everyone looks at his wife and says, "Oh, you have such a beautiful wife." Я знаю одного человека, у которого очень красивая жена, и он ненавидит с ней выходить куда-либо вдвоем, потому что кто бы их ни увидел, он все говорят ему: "О, у вас такая красивая жена." And so the beautiful wife is a big problem for a man. И для мужчины красивая жена является большой проблемой. Lord Chaitanya understands all these things. He said, "I don't want any of these things." И Господь Чайтанья понимал все эти вещи. Он говорит, мне это всего не нужно. I just want out of this material world. Oh, Lord Chaitanya said, I don't even want out of this material world. I'm happy, I'm willing to stay here. All I want is devotional service. И он говорит, что мне не нужно даже освобождение из этого материального мира. Я могу оставаться здесь, но все, чего я желаю, это преданное служение. It's the highest realization. Это высшая реализация. Okay, go ahead. Внимание чистого преданного настолько сосредоточено на прославлении игр, имени, качеств, форм Господа и всего связанного с Ним, что у него пропадает всякий интерес к мукте. Шри Бирвамангала Такур говорит, «Когда я занят преданным служением Тебе, о мой Господь, мне совсем не трудно повсюду ощущать Твое присутствие. Что же касается освобождения, я думаю, оно стоит у многих дверей с молитвенно сложенными руками и ожидает моих приказаний». Таким образом, чистые преданные не придают особого значения освобождению и духовному раскрепощению. So Prabhupada giving us this wonderful verse from Bilvamangal Thakur. Bilvamangal Thakur was a very great devotee of Lord Krishna. И здесь Шрила Прабхупада цитирует Шрилу Бильвамангал Такуру, который был великим преданным Кришны. Now, initially, Bilvamangal Thakur was a Mayavadi, he was an impersonalist. Изначально Бильвамангал Такур был Майавади, имперсоналистом. And he was also something of a Gyani, and he was also a song, he used to write songs. И он был своего рода Гьяни, он слагал песни.
Maybe you could say he was like a poet. И мы можем сказать, что он был как поэт. And he had a girlfriend named Chintamani. У него была девушка, ее звали Чинтамани. So Bhuvamangal Thakur, as a young man, he was very attached to this woman, Chintamani. И Бхувамангал Такур, который был молод, он был очень привлечен этой девушкой, Чинтамани. He was so much attached to her that it happened that on the day of his father's passing away from the world, and he had to attend the burning of his father's body at the cremation. Он был настолько привязан к ней, что в тот день, когда его отец оставил тело, и он должен был присутствовать на его кремации, чтобы сжигать его тело. So immediately after he'd seen his father's body cremated, he wanted to go to see Chintamani. И как только он закончил процедуру кремации, он сразу захотел отправиться к Чинтамани, чтобы встретиться с ней. But then a big storm came, the sky became very dark, and there was a big wind and storm, and he has to cross the river. So the boatman wouldn't go across because it's too stormy. Но погода очень сильно резко испортилась, начался шторм и сильный ветер, и ему нужно было пересечь реку. И лодочник отказался, потому что был очень сильный шторм. And so he thought how to get across the river. Then he saw this same object floating in the river, and he thought, I'll take hold of that. And so he took hold of that object. It turned out to be another dead body, which was floating on the river. И он увидел на реке какой-то предмет, который плыл по течению. Он подумал, вот я сейчас схвачусь за этот предмет и пересеку реку. И он вошел в реку, схватившись за этот предмет, и потом обнаружил, что это мертвое тело, которое плыло по реке. And so with the help of the dead body, he got across the river. And then he came to the house of Chintamani, but the gate was locked. И таким образом на мертвом теле он переправился через реку и подошел к дому Чинтамани, но обнаружил, что дверь уже закрыта. And there was a big wall around her house. So how to get over the wall? How to get into to her house? He held on to this object to climb up the wall. It was a snake. He took hold of a snake which was crawling on the wall, and he used the snake to pull himself up over the wall. И ее дом Чинтамани был обнесен большой высокой стеной. Он думал, как же перебраться через эту стену. Он увидел какой-то объект, предмет, с помощью которого он смог перебраться через стену. На самом деле это была змея. So he got over the wall, he got into the compound, and he goes to the door, he beats on the door, he's calling her name, Chintamani, Chintamani, come, are you there? I've come to see you. И когда он перебрался через стену, он побежал к двери дома и начал стучать в нее, сильно стучать и кричать, Chintamani, Chintamani, ты там? It's pouring with rain, and there's thunder and lightning, and the sky is very dark, and he's beating on the door, Chintamani, Chintamani. И сверкали молнии, дул сильный ветер, небо было черным, и он стучал в ее дверь, кричать Chintamani, Chintamani. You see, Bhuvamangal, he'd been a poet, and he would write these songs, and she would sing the songs. So they were very close. He was very attached to her. И Бхувамангал, он сочинял эти песни, она их пела, и он был очень таким образом привязан, очень был близок к ней, очень был привязан к ней. And of course, she's a very beautiful woman. И конечно, она была очень красивой женщиной. So he's calling her name, and finally she opens the door, and she's sitting. Yeah. Yeah. And he comes. She opens the door, and then she sees him, and then she said, "Oh, in this terrible weather, you've come here to see me." И в
конце концов она открыла дверь и, увидев его на пороге, она изумилась. В такую ужасную погоду ты пришел, чтобы увидеть меня? She said, if only you had the same eagerness to see Krishna. Если, и она сказала, если бы у тебя было столь же сильное желание увидеть Кришну. And when he heard the name Krishna, then it just entered right into his heart, and there was a change in consciousness. И как только он услышал это имя Кришны, оно вошло в его сердце, и в его сознании произошла перемена. This Bilva Mango had been a great devotee in his previous life, and he'd been quite advanced, but still not enough to go back to Godhead. И в своей предыдущей жизни Бива Мангала Такур был великим преданным, но еще не настолько великим, чтобы вернуться обратно к Богу. So he'd taken birth in a Brahmana family, and he got a good education, but still he'd become very much involved with this woman, Chintamani. И он родился в семье брахманов и получил очень хорошее образование, но все еще был очень привязан к этой женщине, Чинтамани. But when Chintamani told him about Krishna, if only he had the same eagerness to see Krishna, then he was awakened and he remembered Krishna. Yes, Krishna. Но как только Чинтамани упомянула о Кришне, как только она сказала, что если бы у тебя было такое же желание увидеть Кришну, то он тут же все вспомнил. Он вспомнил о Кришне. And he turned around, and he left Chintamani, and he went to Vrindavan. И он развернулся, оставил Вриндаване, Чинтамани, и отправился в Вриндаван. And in Vrindavan he wrote beautiful poems glorifying Lord Krishna. Во Вриндаване он написал очень красивые стихи, прославляющие Кришну. And he described that woman, Chintamani. He said that his spiritual master had come in the form of Chintamani to direct him again to take up devotional service. И он писал в своих стихах, что его духовный учитель пришел в форме той прекрасной женщины Чинтамани, чтобы направить его на путь преданного служения. And so he said, as he says here, this verse quoted by Prabhupada, quoted in the text here, Bilva Mango Thakur said, liberation is waiting for me with arms folded. И здесь в этом стихе, который процитировал Шрила Прабхупада, процитировал слова Бива Мангала Такура, он говорит, что освобождение ждет моих дверей со сложенными руками. In other words, you can have liberation any time for a devotee. It's not a big thing. Другими словами, это значит, что освобождение доступно преданными в любое время. Это не какая-то значительная вещь. Okay, well, maybe we'll stop here and take questions. Может быть, мы здесь остановимся, и вопросы, может, у кого-то есть? Дорогие вайшнавы, есть вопросы? Хари Кришна, дорогой Нарисимха Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Примите мои поклоны. Я про то, что не всегда получается быть в таком сознании, чтобы услышать наставления со стороны. Всегда как бы требуются какие-то встряски. Вот. В целом вот так вот я насчет вот этого сознания, как всегда быть в нем, чтобы слышать эти наставления. Я прошу прощения, вопрос про босс. Вопрос и был таков, как сохранять себя в таком сознании, чтобы слышать наставления, то есть от разных людей, угу. То есть все, что вокруг меня находится, чтобы слышать, всегда быть в связи с Богом. How to be in such a consciousness that one can be able to hear instructions from those people who are around him. Well,
You have to be willing to hear. You have to be, you have to have that mood that you want to hear. The desire has to be there in the individual to hear. Но прежде всего вы должны быть в этом умонастроении, желание слушать то, что говорят люди. But you want to hear from people who are authorities. You don't want to just hear from anyone. Вы не должны слушать от что-то от каждого, от любого. Вы должны слушать от тех, кто имеет какой-то авторитет. So there will be a lot of association. You have to know whose association to value and whose association not to give so much importance to. И вы должны понимать в своем общении, общение с кем для вас очень важно, а общение с кем не является ценным. It's important to be able to distinguish between. It's important to know what is proper, what is good, what is useful, and what is not. И то есть таким образом вы должны быть способны различать, что хорошо, что плохо, что полезно, что нет. Just like you may meet people and they will tell you, oh, we don't do like this, we do like that. You know, they have their own ideas, they give their own, they have their own philosophy and their own ways of worship. So you can understand, you know, that they're not very authorized. И, допустим, вы можете встретить людей, которые вам скажут, ну, делай вот так вот не делай, нужно делать вот так, и вы знаете, что эти люди, они имеют свою собственную какую-то философию, свои собственные представления о том, как и что нужно делать, и таким образом вы понимаете, что это не совсем авторитетно. If you ask somebody, you know, where did you get all your knowledge from, they say, well, I got it all from my own mind, it all came up. I understood it all on my own. I didn't have any teacher. Then you should be suspicious. You should be very doubtful. И когда вы спросите кого-то, например, а где ты получил все эти знания, о которых ты мне сейчас рассказываешь, если человек вам отвечает, ну, я все это придумал сам, все это я додумался до этого самостоятельно, то в таком случае вы должны подвергнуть все его слова сомнению. Just like you go to a doctor, you want to go to an authorized doctor, somebody who's properly trained. Это подобно тому, как вы идете к доктору, но вы же идете к какому-то квалифицированному доктору, который был обучен должным образом. If somebody says, "Oh, I've understood medicine on my own, I have my own medicine, everything I've done on my own," then we have to be a bit cautious about that. Если, допустим, вы идете к кому-то, и человек говорит, ну, я все здесь понял сам, я все додумал своим собственным умом, то вы должны быть очень осторожны, быть с таким человеком. So we're willing to hear from everyone, that we're willing to hear, but we don't, it's not that we value everyone. Да, мы можем слушать всех, но мы должны различать ценности. We want to hear what is coming through the authorized channel. That will have more potency. Мы должны понимать, что идет из авторитетного источника, и именно это будет иметь больше силы, больше могущества. Now, if somebody will speak according to Shastra, that will have particular potent, that will have a very strong effect. Если кто-то говорит, опираясь на шастры, то это будет иметь очень сильный эффект. If we present evidence based on the knowledge of Shastra, then that is very convincing. Если он приводит какие-то факты или свидетельства из шастр, то это имеет очень большую важность, очень большую силу. Or if one presents evidence based on the teaching of the previous acharya, then that can also be very good.
Если кто-то, допустим, может привести какие-то доказательства, основанные на учениях предыдущих ачарьев, это также очень хорошо. We like to quote Srila Prabhupada. What did Srila Prabhupada do in this situation? What did Srila Prabhupada say? И мы любим цитировать Шрилу Прабхупаду, что Шрила Прабхупада в такой ситуации сделала, как он поступил здесь, что он сказал. Because Srila Prabhupada is our founder acharya. Поскольку Шрила Прабхупада наш ачарья-основатель. Right, the previous acharyas, we follow in the footsteps of the acharyas. И мы следуем по стопам предыдущих ачарьев. Or we would say Mahajans. Mahajano yena gata sapanta. Follow in the footsteps of the great souls, the Mahajans. Srila Prabhupada was a Mahajan. Либо Mahajan, следуйте по стопам великих душ, Mahajan. И Srila Prabhupada был Mahajanом. But be careful about who you're guided and who influences you. Но будьте очень осторожны в отношении того, кто ведет вас, кто наставляет вас, somebody gives кто имеет на вас влияние. Somebody gives instruction, they're teaching us, and at the same time they don't behave properly, then it's a problem. Допустим, если кто-то ведет нас или наставляет нас, а сам по себе не действует должным образом, тогда в этом есть проблема. This has been always a problem in spiritual practice. И всегда в духовной жизни есть проблема. People come and they establish themselves as a teacher, as an authority, and then they get some problem. И такие люди, допустим, приходят и позиционируют себя как духовные какие-то учителя и наставники, а потом у нас возникают проблемы. And problems usually come centered around money and women. И обычно проблемы возникают на тему денег и женщин. So we have to deal very carefully with these things. Поэтому мы должны очень аккуратно себя вести с этими вещами. Any other question? Yes, there are questions from chat. Rajarani Mataji, ваш вопрос. Хари Кришна Гуру Махарадж, Тима Сарима Покрановна. Хотела зачитать вопрос про старший царь, родитель. Они дают умиротворение, защиту, силу, знания. Как быть, если твой старший падает? Стал искажать философию, и тебя самого не воспринимают больше как подопечного. Очень тяжело в такой ситуации, так как нет больше опоры и защиты. Ты как выброшенный на берег задыхаешься. Мы знаем, что по-настоящему наша опора — это Кришна, Шрила Прабхупада. Но если пропал такой старший, который был всегда рядом 24 часа в сутки, как быть? Есть внутренняя тяжесть. Спасибо. Хари Кришна Гуру Махарадж, please accept my humble obeisance. The elder person, the king, the parent, all of them give peace, protection, power, knowledge, and what to do if that senior person just fall down. He just started to distort the philosophy, and you are no longer just he's not considered you like a disciple, for example, like a word. It's very difficult in this situation because there is no more support and protection, and you are like washed up on the beach. It's difficult to breathe. And we know that our true support is Krishna and Srila Prabhupada, but if there is a senior person who was always just be with you just 20 hours a day, and he just
he had gone, then there is nothing we can do about it. What should I do? It's very heavy to deal with all the things. You cannot simply depend on physical presence. Physical presence will never be eternal. Матерь, здесь речь идет о физическом присутствии или в принципе о том, что он... It's not... не о физическом, да, присутствии, а в принципе, нет, что нет, человек пал. Пал? Нет, в смысле пал. Ну, смотри, если свой старший преданный падает, да? Да. То есть не то, что он тело оставляет, а в принципе и уходит от вас таким образом, а то, что он просто падает. Там написано, что... Так. Искажение философии. Ага. That she means that the devotee just had some changes and he changed the philosophy. That's why he fell down. So what she should do, because this devotee was nearby 20 hours a day, and it was a great support for her and help, and now there is not any help and support. Well, she has to take help from the instructions from Sadhu Shastra and Guru, not just simply from one person. И вы не должны принимать наставления только от одного человека, вы должны основываться на гуру Садху Шастра. If you know somebody is not properly following the philosophy, then you don't associate, you don't have to hear from them anymore or associate intimately with them. То есть если вы знаете, что человек не следует философии, то нет смысла с ним больше общаться. When they were following the philosophy, then you got the advantage of good association. Если человек следует философии, то вы обретаете благо от хорошего общения. But if they're no longer following the philosophy, then you don't keep that association. Но если он больше не следует философии, тогда вы не поддерживаете этого общения. Mataji says that he was not only a senior devotee, but he was a friend. So there is no spiritual friend anymore for her, and she has no others like him. Well, I said Sadhu Shastra and Guru. Матаджи говорит, что он был не только старшим, но и был другом. Это была утрата духовного друга, и пока другого такого нет, и Гуру Махарадж сказал, что снова повторил Гуру Садху Шастра. Srila Prabhupada, we had the experience many times that very senior devotees who'd been leading us, we had the experience, sometimes they would fall down. И у нас очень много было такого опыта, когда старшие преданные, которые вели нас, они падали. Because Maya, the material energy is very, very powerful. It's Krishna's energy. Это Maya, это материальная энергия, которая очень-очень могущественна. Это Maya, это энергия Кришны. So any of us can fall down. It can happen to any of us. И любой из нас может упасть. Это может случиться с каждым. So you can only pray to Krishna that this person may eventually come back to Krishna consciousness. И вы только можете молиться Кришне о том, чтобы этот человек снова вернулся в сознание Кришны. But so long as he's deviating and not following, you want to be careful to avoid the association. Но если он очень длительное время не следует философии, то вы должны избегать такого общения. Srila Prabhupada would say, don't be surprised who goes away, because Maya is so powerful. Шрила Прабхупада говорил, не удивляйтесь тому, что люди уходят, Майя очень могущественна. He said, just be surprised that someone stays, that some people stay, they don't go, that's surprising. Удивляйтесь тому, что люди здесь остаются, вот это удивительно. So you have to hold on to Krishna more, you have to hold on to Prabhupada's instructions and Prabhupada's teachings. Don't just hold on to the physical body of somebody.
И вы больше должны полагаться на наставления Кришны, на наставления Шрилы Прабхупады, а не полагаться на физическое тело кого-либо. And you had that person gave you a lot of association, gave you a lot of instruction. You benefited from it. You've grown. И да, этот человек давал вам очень много общения, очень много наставлений, и вы обрели от этого благо. But you have to go on. You cannot think, oh, because my friend is gone, it's so difficult now. Но вы должны продолжать свой путь. Вы не должны думать, мой друг ушел, теперь это вот все так сложно. We thank Krishna for sending someone who could be a friend, who could guide us. Мы благодарим Кришну за то, что он послал нам кого-то, кто был нашим другом, кто мог нас вести. So he was with you for some time. Now he's not following so much. Да, он был с вами как бы рядом какое-то время, но теперь не совсем следует принципам. What can you do? You have to take shelter of Krishna's teaching. И что вам здесь нужно делать? Это нужно принять прибежище в наставлениях Кришны. You can read the first canto Srimad Bhagavatam about Arjuna after Lord Krishna had disappeared. Вам нужно почитать первую песню Шримад Бхагаватам, где говорится о том, что делал Арджуна после того, как ушел Господь Кришна. Look at Arjuna's situation. Arjuna was also a friend with Krishna. They grew up together. They were very close, and Krishna helped Arjuna so much. Посмотрите на ситуацию Арджуны. Она была очень тяжелая. Они выросли вместе. И Кришна был его другом, Кришна очень много ему помогал. But then Krishna concluded his pastimes. He completed his pastimes and he left the world. Но затем Кришна завершил свои игры и покинул этот мир. So what should Arjuna do? He became confused. At first he became confused. И что же должен был делать Арджуна? Первое, что случилось, он встал в тупик. But then he remembered he has to take shelter of Krishna's teachings. Но затем он вспомнил, что он должен принять прибежище в наставлениях Кришны. So the vani is more important than the vapu. Таким образом, вани более важно, чем вапу. So you have your instructions, you have scriptures, you have teachers, you have to take shelter of them. У вас есть учителя, у вас есть священные писания, вы должны принять прибежище в них. And you have to pray to Krishna that it doesn't happen to you, that you don't deviate, that you don't go off. И вы должны молиться о Кришне, чтобы он не дал вам уйти. Точно так же, как ваш друг. Okay. Is there another question? Yes. There is another question from chat. Hare Krishna Guru Maharaj, примите, пожалуйста. Матаджи, вы сами хотели зачитать, давайте га. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Это Марина Матаджи Санья. Хотела бы задать вопрос, как на нашем уровне мы можем видеть Кришну. Спасибо. There is a question from Marina Mataji from Sanya. Харе Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble blessings. All glories to Шриле Прабхупаде. How we can see Krishna on our level? How to see Krishna on our level? Yeah. Well, we have to see first Krishna's devotees. Прежде всего мы должны видеть преданных Кришны. We have to see Krishna in the form of the deity is there.
So you can see Krishna there in the temple as a deity. Мы должны видеть Кришну в форме божеств. And we're chanting the holy name, so then you may see Krishna. You may have some realization of Krishna in the holy name, at least theoretically. We know the holy name is Krishna. И мы должны понимать, что Кришна находится в святом имени. Мы теоретически знаем, что святое имя это есть Кришна. But our mood should not be to see Krishna. Our mood should be to serve. Но наше умонастроение должно быть не в том, чтобы увидеть Кришну, а наше умонастроение должно быть в том, чтобы служить. When we have the proper mood of service, then Krishna will come and see us. Когда у нас будет должное умонастроение служения, тогда Кришна придет, чтобы увидеть. Микрофон. Преданный микрофон. We want to attract Krishna. Krishna is attracted by devotional service. И мы хотим привлечь Кришну, а Кришна привлекается преданным служением. So don't try to see Krishna just for your enjoyment, but try to serve Krishna, develop the mood of service, to be the servant. И поэтому не пытайтесь увидеть Кришну только ради того, чтобы получить наслаждение от этого. Просто развивайте в себе настроение слуги, будьте слугой. And we should appreciate all the other devotees. We should think so many wonderful devotees, and I'm so hopeless. I'm so small. I'm so useless. И мы должны ценить тех преданных, которые находятся вокруг нас. Мы должны думать, как много замечательных преданных, а я так мал, так бесполезен. What qualification do we have to see Krishna? We have no qualification. А какую квалификацию мы имеем, чтобы увидеть Кришну? У нас нет этой квалификации. When Lord Chaitanya was there in Jagannath Puri, all the devotees came from Bengal. To attend Rath Yatra. И когда Господь Чайтанья был в Джаганнатхапуре, то все преданные из Бенгалии пришли туда, чтобы поучаствовать в Ратха-ятре. And so many of the devotees, they were so humble. They would stay. Lord Chaitanya would be in the room, and he would invite all the devotees to come in the room, but the advanced devotees. I'm too fallen, I would just be outside the room. I'm not fit to associate with the Lord. И Господь Чайтанья стоял в дверях и всех приглашал войти вовнутрь, встречал всех у дверей, но продвинутые преданные, они говорили, нет, я настолько падший, что я не могу войти вовнутрь, я останусь снаружи, я недостоин попасть туда. And Haridas Thakur, he would be outside. I'm a fallen, sinful person. I cannot come in. I will be here. I will just be outside. И Харидас Такур оставался снаружи. Он говорил: "О, я настолько падший человек, что я не могу войти туда. Я лучше останусь здесь снаружи." So this humble mood is very much appreciated by the Lord. И Господь ценит, очень ценит это смиренное умонастроение. In the Bible we have a saying, and they said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Meek means they're very humble. People are very humble. It's the proper mood for service to Krishna. И в Библии есть выражение. It's difficult to translate. Is it a quote from Bible? Yeah. So is it okay if I say that it's very important to have this mood? Okay. Сложно перевести цитату из Библии. Но Махараш объяснил, что очень важно иметь это умонастроение, смирение. We see also in Bhagavad Gita, Krishna is giving different qualities of one in knowledge. The first item of knowledge is Amanitvam, and then Adambitvam, humility and pridelessness. These are first qualification for cultivating knowledge.
И в Бхагавадгите Господь говорит, что первой квалификацией, ради которой помогает обрести знание, является смирение. Because we are tiny spirit souls, we're very insignificant. Поскольку мы очень маленькие души, мы очень незначительны. So we have to develop that humble mood. Поэтому мы должны развивать это умонастроение, смирение. Of course, the false ego is very strong, very powerful, and we're thinking we're very great, we're thinking we're very important. Конечно, ложное эго, оно очень могущественно, очень сильно, и поэтому мы думаем, что мы великие, мы очень сильные, могущественные. But the more we progress in Krishna consciousness, the more we realize how unqualified we are. Но чем больше мы прогрессируем в сознании Кришны, тем больше мы понимаем, насколько мы неквалифицированы. And we need to get mercy from Srila Prabhupada. И нам нужна милость Шрилы Прабхупады. So you want to see Krishna, so see Krishna in the form of devotional service. Если вы хотите увидеть Кришну, то видите Кришну в форме преданного служения. When you do good devotional service, then Krishna will be attracted. И когда вы сделаете что-то хорошее в преданном служении, тогда Кришна будет привлечен этим. Vidura cooked for Krishna. Vidura was a sudra. He was born in a sudra family, but he cooked for Krishna, and Krishna was happy to accept his cooking. И, например, Видура был рожден в семье шудр, но он готовил для Кришны, и Кришна был очень счастлив. Because Vidura was so humble, he was so gentle, he was so good qualities, so he attracted Krishna. Поскольку Видура был очень смиренным, очень мягким, он обладал многими хорошими качествами, и Кришну это привлекает. But when Duryodhana cooked for Krishna, and they arranged a big feast for Krishna with all the best ghee, everything the best, Krishna said, "Oh, I'm sorry, I'm not hungry." He didn't want to eat. Но когда Дурьодана захотел приготовить что-то для Кришны и устроил для Кришны пир, Кришна сказал, "Я не голоден." And when Krishna embraced Sudama Brahman said, "Who am I, a fallen son of a Brahmana? And who is Krishna, the Supreme Lord? But he has embraced me." И когда Кришну обнял Брахмана Судаму, Судама сказал, "О, я падший сын Брахмана, кто я?" Но Кришна, тем не менее, обнял меня. So we should always consider ourselves unworthy, unqualified to see Krishna. И мы всегда должны считать недостойными и неквалифицированными. The mood of the gopis, they make arrangements for Radharani to be with Krishna. И настроение гопи было таково, что они делали все необходимые для приготовления для того, чтобы Радхарани встретилась с Кришной. And they're happy when they see Radharani with Krishna. That's their happiness. И их счастье заключается в том, что когда они видят Радхарани рядом с Кришной. But Radharani, she likes to make arrangements for the gopis that they have the chance to be with Krishna, and she feels happy when she sees Krishna with the gopis. Но Радхарани имела настроение, была очень счастлива, когда она видела рядом с Кришной других гопи, она все для этого делала, чтобы устроить их встречи. So we don't want to think about how we can see Krishna, but we want to think about how others can see Krishna. Поэтому мы не должны думать, как мне увидеть Кришну, мы должны думать, как помочь другим увидеть его. That's why we go for book distribution and do Harinam Sankirtan. Именно поэтому мы распространяем книги, идем на Харинама Санкиртану. We're trying to bring others to Krishna. Мы пытаемся других привести к Кришне. We think they're more qualified, much more qualified than we are. Мы думаем, что они намного более квалифицированы, чем мы сами. Any other question?
Yes, there is a question from chat. Hare Krishna Guru Maharaj, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вопрос: как преданный может понять, есть ли у него устойчивый прогресс в сознании Кришны? Ведь какие-то проявления духовного роста могут быть временными. Скажем, преданный после какого-то потрясения может вновь поддаться материальным чувствам, хотя до этого ему казалось, что он уже преодолел эти чувства. Как здесь не впасть в иллюзию, не принять желаемое за действительное? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble blessings. How can a devotee know if he is making steady progress in Krishna consciousness? After all, some manifestations of spiritual growth may be temporary. For example, a devotee may again just feel this material feelings after some shock, even though he thought that he had already overcome all these feelings. How can I avoid falling into illusion don't see that I how can I avoid falling into this illusion? Which illusion? And just when I feel when I see what I want to see and not what don't see the real situation, for example. When, for example, something has happened, mm-hmm. and I again follow for my material feelings. Mm-hmm. But before I thought that, I overcome all the things. How to understand if I have steady progress in Krishna consciousness? Okay, if we have steady progress in Krishna consciousness, the indications will be that we are less attracted to materialistic activities. Если у нас есть устойчивый прогресс сознания Кришны, то результатом будет то, что я меньше вовлечен в какую-то материальную деятельность. When as we become more attached to Krishna and devotional service, so there has to be a reduction in the material. И если мы больше вовлечены в служение Кришне, то тогда уменьшается интерес к каким-то материальным вещам. Шрила Прабхупада said, just like when you become a devotee, then there will be some, you know, you get new friends. You have to become more close with the devotees as your friends. Шрила Прабхупада говорил, что когда вы становитесь преданным, то вы обретаете в преданных своих друзей, вы становитесь с ними более близки. Just like when you're single, you will have friends, you know, you have your girlfriends or your boyfriends, your old friends, maybe from school or college. But then when you get married, it will change. You have different friends because you're a couple now. You go with your husband. You don't go alone. You go with your husband. So it's a different situation. Например, когда вы одни, да, у вас есть там подружка или друг, у вас есть друзья из школы, из колледжа, еще какие-то друзья, но когда вы женитесь или выходите замуж, то все эти друзья меняются, поскольку теперь друзья мужа также становятся вашими друзьями, вы меняете среду общения. So similarly, becoming a devotee is like that, and you have a new set of friends and a new kind of social environment. И точно таким же образом, когда вы становитесь преданным, у вас появляется новая социальная среда, появляется новое общение, новые друзья. In Bhagavad Gita, Srila Prabhupada writes, he gives an example about one great king in the past. There was a great king who became a devotee. И в Шримад Бхагаватам рассказывается, что был один царь, который был великим преданным.
the king became a devotee, he became a very good devotee, became the Acharya, he became Yamunacharya. И он был очень хорошим преданным, великим преданным, он стал Ачарьей, которого звали Амуна, Ямуначарья. So when he was a king, he was enjoying all the royal life, he had a lot of materialistic association. Когда он был царем, он наслаждался этой королевской, царской жизнью, у него было очень много общения с материалистичными людьми. But then he became the Acharya, he became a devotee, he gave up all the sense gratification. Но потом, когда он стал Ачарьей, когда он стал преданным, он отбросил все эти чувственные наслаждения. But sometimes the thought of his past would come in his mind. He would remember his past, how he was enjoying materialistic life. Но иногда мысли о его прошлом возвращались в его голову. Он вспоминал о том, как он наслаждался этой материалистичной жизнью. But when he would think about the past, then his lips would curl and he would want to spit because he thought that, you know, that was so bad, you know, that these materialistic activities were so bad, they made him want to spit at the thought. И когда он ловил себя на таких мыслях, его губы кривились, ему хотелось сплюнуть, поскольку все эти материалистичные вещи были не очень хорошими, вся его прошлая жизнь была материалистичной. So he would, you know, have a disgust of it, his own self, that in the past he was so fallen. И он what do you say, disgust? Hate. И он ненавидел сам себя за то, что он был так, что он был таким падшим из-за своего прошлого. One devotee came to Prabhupada, he said, Prabhupada, when I'm chanting Hare Krishna, he said, sometimes the memories of my past come into my mind, I remember what I was doing before a devotee. И однажды один преданный пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, когда я повторяю мантру, иногда в моем уме всплывают картины из моего прошлого, до того, как я стал преданным. Prabhupada said, yes, he said, Krishna is telling you that if you ever give up Krishna consciousness, then you have to go back to that life again. И Шрила Прабхупада ответил, да, это Кришна говорит тебе, что если ты бросишь сознание Кришны, то ты снова вернешься к той жизни. So, it's like a warning from the memories from the past, like a warning, be careful. И воспоминания из прошлого, это снова условно как предупреждение, будь осторожен. We should hold on to the lotus feet of Krishna very tightly. And don't deviate from Krishna consciousness. Мы должны очень крепко держаться за лотосные стопы Кришны и не уходить из сознания Кришны. Devotional service is like the razor's edge. Razor's edge? Yeah, the edge of a, you know, a razor is very sharp. So you know the edge of the razor is very sharp. I see. И сознание Кришны это как лезвие бритвы. You go a little to one side or another, you go over, you fall off. Вы чуть-чуть делаете шаг в сторону и все, вы падаете. We're walking along the edge of the razor. И мы все идем по лезвию бритвы. We have to be very careful. Мы должны быть очень осторожны. Hold tightly to the lotus feet of Krishna. Мы должны очень крепко держаться за лотосные стопы Кришны. And value the association of devotees. И ценить общение с преданными. Because with the help of devotees, we will be more inclined to do kirtan and to discuss topics of Krishna and hear about Krishna.
поскольку благодаря общению с преданными мы можем петь киртан и обсуждать темы, связанные с Кришной. We get taste for these activities with devotees. Мы получим вкус к этой деятельности, общаясь с преданными. So when we value the association of devotees, that's a good sign. It's a sign that we're progressing. И когда мы ценим общение с преданными, то это очень хороший знак, это знак прогресса. I'm not very sure if he's satisfied with this answer, but this, I'm as much as I could understand what he was saying, what you were saying. Я не совсем уверен в том, что вы удовлетворены моим ответом, но это то, что я смог понять из того, что вы сказали. Матаджи. Вот большое спасибо, я удовлетворена. I'm very satisfied with your answer. Okay. Очень интересно. У меня в жизни, в принципе, все так и происходит. Махарадж просто прямо угадал, можно сказать. Yes, I have such experience in my life. Thank you. Okay. Good. Another question? Yeah. Another question from chat. Hare Krishna Guru Maharaj, значит ли, что уменьшение материальной деятельности должно стать следствием уменьшения материальных желаний? Но ведь невозможно полное прекращение деятельности, так как есть желания, связанные с телом. И бывает, что излишняя аскетичность в отношении тела вызывает откат назад в преданном служении. Как соблюсти баланс между материальной деятельностью и преданным служением, чтобы не было таких откатов? Спасибо. Hare Krishna Guru Maharaj, does it mean that decrease in material activities should be the result of decrease in material desires? It is impossible to just completely stop the activity because there are desires associated with the body. Sometimes too big austerity towards the body causes one to fall back in devotional service. How can one maintain in a balance between material activities and devotional service so that there is no such setbacks? Thank you. Yes. Yes, the material activities may stop, but material desires will still be there. Да, материальная деятельность может быть остановлена, но материальные желания все еще могут сохраняться. We keep the material desires in our mind, and the desires remain. The desire becomes stronger and stronger, and the result is material activity. Да, материальные желания остаются в нашем уме, они постепенно становятся все сильнее и сильнее, и результатом этого является материалистичная деятельность. But one should, if one is cultivating Krishna consciousness, one will become disgusted with these material activities. Но если человек развивает в себе сознание Кришны, то он может быть может прекратить развитие всех этих материальных желаний. If we take pleasure in the material activities, if we're thinking this is real pleasure, then that's not good. Но если мы думаем, что во всех этих вещах материальных есть какое-то удовольствие, то тогда вот это вот уже нехорошо. So we have to know what is the standard of real pleasure. Поэтому мы должны понимать, каков же стандарт реального, истинного счастья. So, yeah, we need some sense gratification, but we don't need too much. Да, нам необходимо какое-то чувственное удовольствие, чувственное наслаждение, но их не должно быть слишком много. Prabhupada gives the example of the salt. We put too much salt, it's not good.
No salt is also not good. Шрила Прабхупада приводил пример с солью. Когда соли слишком много, это не очень хорошо, но и когда ее нет, это тоже плохо. So you were saying if we stop sense gratification, it's not good, that we still have desire, then, you know, we'll become trouble again, we'll fall back, we'll definitely need to have some sense gratification. Yes, it's true, but not too much sense gratification. Да, если у нас какие-то есть материальные, если у нас есть материальные желания, то если мы приостановим всю эту деятельность, эти желания будут расти, и мы снова упадем. И поэтому, да, нужно удовлетворять свои желания, но их не должно быть слишком много. So everything has to be regulated in the Krishna conscious lifestyle. Они должны быть отрегулированы в рамках жизни сознания Кришны. So people, you know, particularly in married life, there's opportunity for sense gratification. Особенно в браке у людей есть очень много возможностей для наслаждения чувств. But one has to be careful about how to regulate that sense gratification. Но человек должен очень внимательно относиться к тому, как отрегулировать эти чувственные наслаждения. You know, sometimes people do things like, you know, they go for abortion, they get pregnant, and the woman goes for abortion, and they will go many times for abortion. Some women have had abortion six or even 9 times. Например, когда люди удовлетворяют свои чувства, а потом женщина делает аборт. Например, некоторые женщины делают аборты по 6 или 9 раз. So one should understand this is not really the proper behavior. И человек должен понимать, что это недостойное поведение. You want sense gratification? All right. Your married life is there to give you sense gratification, but not unlimited sense gratification. There must be some regulation. Да, если ты хочешь каких-то чувственных удовольствий, пожалуйста, женись, но эти удовольствия там не безграничны, они отрегулированы. Of course, principle is married life. You must be married. That's very important. И принцип в том, что должна быть жизнь в браке. Человек должен состоять в браке. Это очень важно. Sometimes you get the couple, they live together, they don't marry, they just live together and enjoy each other's association, have sex, but without marriage. That's not good. Например, мы часто видим пары, которые люди живут вместе и наслаждаются, занимаются сексом, но при этом они не женаты. Это не очень хорошо. So one may be married, and still one may be, they may be using birth control devices, or as I said, abortion, different ways to avoid pregnancy. That's also not good. Very simple. И, например, если кто-то также находится в браке, но при этом они используют различные средства контрацепции и как бы либо делают аборт, это тоже не очень хорошо. Это греховно. And it creates a mood in the married life, which is not Krishna conscious. Это создает особое настроение в браке, которое не связано, не является сознанием Кришны. So the Vedas, they give prescribed method for healthy lifestyle, living together. И поэтому Веды дают определенный метод здоровой жизни, жить вместе. Don't eat too much, don't eat too little. Don't sleep too much, don't sleep too little. Не ешьте слишком много, не ешьте слишком мало, не спите слишком много, не спите слишком мало. All activity, we should be regulated by principles of scripture. It will be healthy for us. И мы должны регулировать всю свою деятельность, основываясь на принципах священных писаний, и тогда это принесет нам здоровье. Mm-hmm.
So we're not, we don't say no sense gratification. We have our sense gratification. We have prasadam. We eat nice prasadam. We don't say don't eat. Мы не говорим, что все, нет никаких чувственных удовольствий. Мы все едим просад, и он замечательный. Мы не говорим, не ешьте. And we don't say, don't marry, get married, yeah, and have a family. Very nice, we like children. И мы не говорим, не заводи семью, нет, мы говорим, женись, мы любим детей. We like children. Why? People only have one child, you know. They should have. They can have many children. It's very good. Почему люди заводят только одного ребенка? Нет, они могут иметь много детей. Это очень хорошо. Nice. Bring the children up to be nice devotees. Делать из ребенка. Вырастить из ребенка замечательного преданного. Prabhupada had 5 children. У Прабхупады было 5 детей. Бхактивинода Такур had 11 children. У Бхактивинода Такура было 11 детей. Адвайта Ачарья had 6 sons. У Ачарья? Адвайта. У Адвайта Ачарья было 6 сыновей. Okay. Is there still more questions? No more questions. Можно спросить? А можно задать? Ой. There are 2 questions. Okay. Yeah. Да, пожалуйста. А кто первый? Спрашивайте, Матадж, ваш ученик. Спасибо. Хари Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Такой вопрос, связанный с профессиональной деятельностью, с работой. Вот если на работе очень сильно от тебя хотят, прям полного погружения, прям вот чтобы ты жила на этой работе, чтобы ты вкладывалась там, чтобы там все было супер-пупер. И мне кажется, я чувствую в этом положении, как будто бы это не связано с Кришной. То есть если я полностью погружаюсь в работу, там все делаю, то как будто бы это не сознание Кришны. И у меня есть такое противостояние этому, и мне не хочется идти на работу. Вот может Махарадж как-то подсказать, как мы должны работать, как удовлетворить Кришну, если ты, работаешь, ты не можешь там не говорить Хари Кришна на работе, там толком не можешь прасадом кормить. Просто вот такая вот работа. Вот как лучше себя вести на этой работе? They force me to be full, full immersion in my work, and it seems to me that when I just fully think about my work, I don't think about Krishna and how we devotees should work. How we can just satisfy Krishna if we cannot even talk about him at our work, or we cannot even, for example, give prasadam to to those people who works with us. What to do? How to work? How to not be? How to be satisfied with my work and how to make Krishna satisfied with my work in such situation. Okay, so very important that you have to do sadhana before you go to work. Очень важно, когда вы выполняете свою садхану до работы. You have to wake up a little earlier and you have to do chanting, you have to study the scripture, you have to try to hear the philosophy. Мы должны вставать пораньше, пытаться и читать священные писания, изучать философию.
And even though you're with all these materialistic people, you know that you'll be protected because you did a good sadhana in the morning. И когда вы находитесь рядом с такими материалистичными людьми, то вы будете защищены, поскольку вы выполнили свою садхану утром. You know, you're not unique. Your situation is not unique. There are many, many devotees all over the world in a very similar situation. Ваша ситуация не является какой-то уникальной, и по всему миру многие преданные находятся именно в таком же положении. So when you go to work, you just go along with them and you express the mood, yes, I'm going to work hard. You know, externally you may make a show, you can talk like them. Yes, we'll work hard, we have to work for the company. Да, внешне вы можете как бы проявлять себя так, да, мы должны усердно трудиться, мы должны работать ради компании. But in your mind you should think, oh, in the evening I can go home, I can think about Krishna. Но в своем уме вы должны думать, о, вечером я пойду домой, я снова смогу быть с Кришной. The people you're working with and the company you're working for, they don't know what you're thinking. А люди, с которыми вы работаете, ваша компания, на которой вы работаете, они не знают, о чем вы думаете. And you don't want to tell them. You can't tell them, they don't want to hear. И если вы даже захотите рассказать им, они не захотят об этом слушать. But you can be happy and you can be confident, you can do your job and you can impress them. Но вы можете заниматься какой-то своей работой и как-то удивлять их, да, воодушевлять их, производить на них впечатление своей работой. And one day they will say to you that what's your secret? You're so happy every day you come, you're so happy and you work so hard, you do good job. How do you do it? What's your secret? И однажды они вас спросят, а в чем же твой секрет? Почему вы приходите на работу, вы все время счастливы, вы усердно трудитесь и при этом вы счастливы? В чем секрет? Then you can tell them, I chant Hare Krishna. И тогда вы можете сказать, я повторяю Хари Кришна. You don't have to show it. You don't have to tell them. Let them just try to understand you. Вы не должны ничего им рассказывать, просто дайте им возможность понять вас. You should be happy, you should work hard, you should be a good worker, and you should be thinking of Krishna in your mind. Вы должны быть счастливы, должны хорошо работать, должны выполнять свои обязанности очень хорошо, но в своем уме вы должны думать о Кришне. Just like Krishna told Arjuna, Arjuna has to go and fight in the battle of Kurukshetra, he has to go and fight and kill people, his family members, his relatives. But Krishna tells him, fight. First of all, he said, remember me, and then fight. И когда на поле битвы Курукшетра Арджуна должен был сражаться со своими родственниками, друзьями, с близкими, Кришна сказал ему, помни обо мне и сражайся. So you're like Arjuna going to battle every day, you go to that office just like your Kurukshetra. И вы точно так же, как Арджуна, вы идете в свой офис, как на Курукшетру, и вы сражаетесь. So First thing you do good sadhana, you chant and you remember Krishna, then you can go there and spend the day there. То есть сначала вы делаете свою садхану, вспоминаете о Кришне, и потом вы идете в офис. Okay. What's the other question? Еще был вопрос. Можно спросить ваше святейшество? Да, Прабху. Простите, пожалуйста, я, наверное, не имею права комментарии какие-то говорить, но если это возможно, вот этот вот пример, когда друг в сознании Кришны или вот старший наставник, он отдаляется по той или иной причине,
Может ли это быть такой пример с материальной природой, как вот в какой-то лекции Чайтанья Чаран Прабху говорил, что по достижении какого-то возраста тигрица начинает избивать своих медвежат, чтобы они отвадить. Они уже стали взрослые самостоятельно, и они уже могут сами существовать. И она это делает для того, чтобы, ну, как дидактических целей, ну, в целях обучения, чтобы они уже взрослые стали. Может быть, это такой пример или нет. Мои поклоны. То есть тигрица бьет своих тигрят ради чего? Это так? Я перепутал. Не тигрица, а медведица. Медведица, хорошо. Да, она из своих, ну, взрослых уже детей, которые по возрасту и по росту такие же, как они все ходят за ней. И она их просто отваживает, чтобы они стали самостоятельными. Угу. Is this question, Mataji, when asked about her friend who was devotee and then changed his mind? Can we just compare with situation as Chaitanya Chandra Charan Prabhu said, for example, when Mother Bear, she just starts to beat her children when they grow up. He starts to beat them to make them more, to make them more independent. More mature. Yeah, more mature. Is it something like this? So Krishna just stopped to beat us, for example, our friends just fall down or just something else is going on. Just like Krishna wanted us to be more mature? No, I wouldn't agree. Я бы здесь не согласился с этим примером. Krishna wants us to stay in Krishna consciousness. Кришна хочет, чтобы мы оставались в сознании Кришны. But sometimes our own mind just can't accept that. Но иногда наш ум не хочет принять это. Because we're so much attached to our independence and to our own ways of thinking and acting. Потому что мы больше привязаны к какой-то своей независимости, к нашему собственному самостоятельному мышлению, собственной какой-то самостоятельной деятельности. And our own ways of thinking and acting are all centered around sense gratification. И все это крутится вокруг чувственных наслаждений. We see sometimes people come to Krishna consciousness and they're devotees for some time, and then they go back to material life and they get into drugs and so many other sinful activities. Мы видим, что люди, которые приходят к сознанию Кришны, часто очень возвращаются в материальную жизнь, начинают там наркотики принимать, еще что-то делать. Of course, they got some mercy. They did some service for Krishna. Конечно, они получают какую-то милость, поскольку они занимались каким-то преданным служением для Кришны. There are a few sannyasis I know who, you know, who had been in their 20s. They were sannyasis and they were leaders in the Krishna consciousness movement. Я знаю некоторых саньяси, которые уже в 20-летнем возрасте, они были очень юны, но при этом они были саньяси, они были лидерами в движении сознания Кришны. But they couldn't maintain it. It was too much. Но они не смогли поддерживать это состояние, это было слишком много. And sometimes what happens is they go out of Krishna consciousness, often many of the sannyasi, so that they've been a sannyasi. And then they give up sannyas, they don't like to be Krishna conscious anymore. They go into material life.
И что часто случается, что они были саньяси, и потом они больше не хотят быть саньяси, они не хотят быть осознающими Кришну, они просто идут в материальную жизнь. But what Srila Prabhupada wanted was, okay, you can't maintain sannyas, then you become a householder, you live with a wife, but still be a devotee. И что говорил Шрила Прабхупада, да, ты можешь сохранять это все сознание, то есть ты был саньяси, но ты можешь стать грехаской, у тебя может быть жена, но ты все еще остаешься преданным. But don't give up Krishna consciousness. Не бросайте сознание Кришны. That's the worst thing, to go out of Krishna consciousness. Это самая ужасная вещь, уйти от сознания Кришны. So this is Lord Chaitanya's movement, and Lord Chaitanya is very merciful. Это движение Господа Чайтаньи, Господь Чайтанья очень милостив. Lord Chaitanya, even though, you know, people try to take a big position, they want to be renounced, they're not able to maintain that vow. Люди пытаются занять высокое положение, пытаются быть отречённы, но они не могут следовать этим обетам. It's just too much for their mind, too much for them to try to undergo the austerity. Это слишком много для ума, слишком много, слишком высокий уровень, чтобы поддерживать такую аскезу. Prabhupada had given the sannyas position to many young men, but many of them had to give it up. They couldn't maintain it. Прабхупада дал саньясу многим молодым людям, но многие из них не смогли удержаться на этом уровне. Они сдались. But they did do a lot of service in the course of their sannyas as renounced people. They did a lot. They contributed a lot. Но они смогли сделать очень многое для сознания Кришны, они очень много смогли распространить, когда они были саньяси. So Prabhupada prepared that they'd simply change their ashram and be householders and still stay in Krishna consciousness. Don't go away from Krishna consciousness. То есть таким образом Шрила Прабхупада говорил о том, что лучше быть в сознании Кришны, просто сменить, перейти из саньясы, грехаска, ашрам, но при этом оставаться в сознании Кришны. That was never recommended to anybody. Это лучше, чем... It was never recommended, what? Nobody should go out of Krishna consciousness. They should all try to stay in Krishna consciousness. Никто не должен уходить из сознания Кришны, мы должны пытаться оставаться здесь. Krishna wants us to remain. Krishna is always planning how to bring us back to Him. Кришна всегда планирует, как же можно, как Он может привести нас обратно к Себе. He sent Prabhupada here to write his books and to preach to us, to get us to go back to Godhead. Он послал сюда Шрилу Прабхупаду, чтобы он написал свои книги, чтобы он проповедовал нас, чтобы он смог нас вернуть обратно к Богу. And even though Krishna consciousness, it may be difficult for us, we should try to stay in Krishna consciousness. И даже если сознание Кришны может быть сложно для нас, мы все равно должны пытаться оставаться в сознании Кришны. Now initially, when we first become devotees, initially we will have doubts. We'll think, oh, I don't know if this is right. Maybe I don't know. I don't know if I want to get into this. Maybe I should just give it up. В самом начале у нас могут быть такие-то сомнения, что-то вот я не могу этому следовать. Наверное, я должен все это бросить. So initially those doubts will be there. So maybe, you know, you go out a week or two, a short time, but then after even a short time, you'll come back to Krishna consciousness. И в самом начале, да, могут быть такие сомнения, вы становитесь более слабыми, да, и, может быть, уходите из сознания Кришны, но спустя какое-то короткое время вы снова возвращаетесь.
But if we've been in Krishna consciousness for some time, we don't want to be thinking like that. We should have got rid of all the doubts. Но если вы уже какое-то время находитесь в сознании Кришны, вы уже не должны думать так, вы должны избавиться уже от всех сомнений. And certainly Krishna doesn't want us to go. И, конечно, Кришна не хочет, чтобы мы уходили. Unless we're very offensive to the devotees. Если, конечно же, мы не слишком оскорбить, не совершаем оскорблений, очень много оскорблений по отношению к преданным. Then Krishna may take us out of Krishna consciousness. Тогда Кришна может нас забрать, сможет забрать у нас сознание Кришны. Krishna doesn't like to see his devotees offended. Кришна не любит, когда его преданных оскорбляют. Just like Draupadi got offended, they tried to rip off her sari. Например, как Драупаде было нанесено оскорбление, пытались снять с нее сари. So that was why you had the battle of Kurukshetra. По этой причине случилась битва на Курукшетре. And that's why Бишма and Дрона had to die. Именно поэтому Бишма и Дрона умерли. Okay, all right. Are there more questions? Есть ли еще вопросы? Спасибо. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. All right. Tatiana? No more questions? No more? Yeah. Okay. So we'll stop here today. Тогда мы сегодня здесь остановимся. We thank all of the devotees for listening and for questions. Спасибо всем преданным большое за то, что слушали, за то, что задавали вопросы. Thank you very much, Guru Maharaj, for such a nice lecture. No, thank you for your translation. Thank you for this opportunity to serve you. Okay, Srila Prabhupada ki jai. 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 Gaur Bhakta Vrinda ki jai. 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 Bhakti Vigna Vinashana Rasimha Maharaja ki jai.